Государственный пенсионный фонд призывает горожан к бдительности. Петербуржцев обманом вынуждают перевести свои накопления в частные компании. Схема, по которой работают мошенники, стандартна. Они звонят в дверь, представляются сотрудниками пенсионного фонда и сообщают о начисленной доплате, для получения которой необходимо сообщить свои личные данные. При этом они действительно представители пенсионного фонда, только не государственного. Получив нужные сведения, они самостоятельно переводят сбережения горожан в свое управление. Их действия можно приравнять к мошенническим действиям, потому что они обманом граждан вынуждают, затягивают, скажем так, в то, чтобы граждане переводили свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды. Хочу сказать, что сотрудники пенсионного фонда по домам не ходят. Формально это нельзя назвать воровством, но по факту такие действия лишают пострадавших возможности осознанно выбирать, в каком фонде хранить свои сбережения. Впрочем, исправить положение можно. Для этого нужно написать заявление о возврате денег в государственную организацию или в негосударственную, но уже по собственному выбору.